Сегодня в 3 часа дня в Центр управления кризисными ситуациями ГУМЧС по Карачаево-Черкесской республике поступила информация из станицы Преградной о подъеме уровня воды в притоках реки Уруб в результате сильного ливневого дождя. Как заверили нас спасатели, пострадавших от подъема воды нет. Системы жизнеобеспечения не нарушены. Сейчас на месте происшествия работает 23 человека и 6 единиц техники. Дождь стих, ситуация под контролем. Вода спала уже, но то, что случилось, вы уже видите, забор, сетка упала, весь мусор она несло. Ну, у нас, в принципе, когда сильные дожди, всегда так бывает. А как от этого, что делать, мы не знаем. Вот такие вот последствия после дождя. На ликвидацию последствий подтопления были направлены дежурные силы поисково-спасательного отряда местного пожарно-спасательного гарнизона. В готовности для наращивания группировки авиамобильная группировка главного управления. Значит, но по информации администрации района усиление группировки сил не требуется. Районные власти обещают справиться своими силами. Работы по ликвидации последствий подтопления будут продолжены сегодня и завтра, и в последующие дни. Прогноз сохраняется неблагоприятный. На всей территории республики ожидаются сильные кратковременные дожди. Информационное обеспечение главным управлением организовано по оповещению, информированию населения республики. Все параметры неблагоприятной обстановки доведены по линии дежурных служб до руководителей органов местного самоуправления и объектов.